Красота. 29 сентября 2023 год. Кроваво-красная луна, полнолуние, луна в перигее, то есть на ближайшем расстоянии к Земле. Ах ты моя красота. Так, и сейчас мы еще ловим МКС. Международную космическую станцию. Обещала быть буквально с минуты на минуту. Хочу пока сосредоточиться на Луне. Максимальное увеличение не делаю, потому что в этом пока нет смысла. О, а вон МКС. Сейчас у вас будут все нервы мира. Уменьшаю выдержку. Ты от меня не прячься, родной. Или родная станция. Ну, ребята, он перемещается 27 тысяч километров в час. Мне сложно что-то противопоставить такой прыти в свои 49 непрытких лет. Ну, на стоп-кадре гляните потом. По-моему, так кадр ничего один получился. Ёльки-мотяльки. Ребята, делаю, что могу, не обессудьте. Все на штативе, но увеличение 125 крат на 4 цифровое, 500 крат увеличивает, 500 раз увеличение. Понимаете, да, что даже если бы он на месте стоял, его тяжело было бы. М. Это в честь моего имени, наверное, Максим. Костенко Максим Александрович. Надо дышать периодически, а то сейчас рухну. Ага, вот он тебе. Уменьшаешь выдержку, он выглядит четче, но тогда его тяжелее найти на небе. Давай сейчас попробуем его и луну поймать. Может их... О, аллилуйя! Ну разве не красота? МКС и полная луна. Угасает. Ладно, пошли. Тогда же, наверное, буду сейчас останавливать эту громоздким файл. Получится лучше отдельно еще сниму.
луну просто без ничего. Нашу Селену прекрасную. Ай, какая ж ты красавица. И как раз она чуть выше подымется. 29 сентября 2023 год.